Приветище! И это снова тыква Джек. Скупой Джек! Гениальный обманщик, способный обмануть даже дьявола. Вернулся в мир смертных! К Джеку с его новым телом и душой, безжалостно помещенной в гниющую тыкву, присоединились стойкий наставник, сова, и трусливый ворон, вынужденный защищать его от врагов. Но время игр и веселья подошло к концу. Джек и его спутники ночи должны приступить к выполнению своей миссии — убийству волшебника. Джек, успевший привыкнуть к новой оболочке, по наставлению совы, отправляется к возвышающейся вдали горе. А в самом сердце горы, скрытой среди тоннелей древнего рудника, лежит могущественная тайна. Ну чё, блин, теперь у меня вместо лопаты есть отличное копье, йо-хо-хо и вороний черепок. Надеюсь, что мой ворон не против, что я собираю черепки, а если мне не хватит черепков, то я повзаимствую его череп. Ой, да ты посмотри, мне лопатку сохранили. Шикарно-то как. Ну круто, я могу и так, и сяк. Ладно, погнали. Пришло время вершить зло. О, сова. Мы на месте, прибыли точно по расписанию. Где мы? Этот старый рудник наполнен силой. Дьявол считает, что глубоко в его тоннелях находится то, что является ключевой составляющей замысла волшебника. Значит, мы забираем эту вещицу первыми и отмутузим всех, кто попадется на пути. Ккр, меня от этого места бросает в дрожь. И почему я еще не улетел? Потому что ты мне полезен. А еще я тебе все перья выдерну, если попробуешь улететь, понял? У-ху-ху. Главное, оборудование проржавело до дыр. Хоть тоннели все еще держатся. Так что быстрее, Джек. Вершить зло и как можно быстрее. Вот мой девиз. Я пытаюсь его придерживаться. Сколько тут развалин, ты посмотри. Рельсы все оплавились. И как быть? Эх, вагонеточку бы сюда. Было бы шикарно. Долбанные черепки меня стали напрягать. Не, как бы пойми меня правильно. Я люблю собирать черепки. Но те черепки, которые в меня плюются, я их просто ненавижу. О, котел. Ща бахнем, жижи. Ай, отрава, ништяк. Как сказать, удобрили свою тыковку. Ой, скелетики. Радость-то какая. Ща разомнем свои костяшки, хотят сказать, деревяшки. Че, все что ли? А че такие дохленькие? О, летучая мышь. Смотри, какой у нее нос, как у свинины пятачок. Была мышь, когда сдохла. Какой план действий? Куда нам шуршать нужно? Погоди, мне показалось или там... Да, мне показалось, что там черепок был. Походу, наш путь лежит через рельс. Это место знавало лучшие времена. Ух ты, новые вражины, привидения. Хотя вроде бы мы такие уже видели. Но я обожаю просто духов протыкать своей пикой. Кэр, почему тут никто не умирает с концами? Да, хороший вопрос. Почему? Несмотря на то, что я тоже уже дохлый. Чё я там говорил про привидений? На самом деле они такие назойливые, аж до блевотины. Так и хочется их затолкать обратно в преисподнюю. Ох, ёшки-макарёшки, тыквенные мои потроха. Сколько динамита, а наверху черепок. Да сегодня какой-то день везения у меня. Ты готов стряхнуться, Джек? Разбей камни. Этим. Блин, опять бошку свернуть. Ну ладно, мне не впервой. Ничего себе. Чё тут придумали? Бомбочка, а там вверху динамит в тележках. Ладно, почесали своими щупальцами. Злые делишки делать. Короче, бомбочку, да, метать я ее могу. И куда ее дометать? Воду скинул. И все просрал. Угу. Воду скидывать ее нежелательно. Ладно, пинаем тогда туда. Футбик для тыквы. Где еще такое виденное? Причем вместо мячика у меня бомба. О-о-о. Ой. Это чисто технический проигрыш был. Все, собрались. Давай, тыквенная башка, щупальцы. Как веера. Рычажок. Оттянули, мяч запнули. А, таймер идет еще. Вот так вот видал, как я по-быстрому. Но круг нет, а могу. Все ради зла. Все ради бомбежки. Давай, тыква.
Ты сможешь, я верю в тебя. Конечно, пинать мне тут как 3 футбольных поля. Знать бы, где еще ворот находится. Раз, два, взяли. Давай, 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 скорей, скорей, скорей. Опа, ништяк. Все успели, все сделали по красоте. По взрывному фэншую. Чуть-чуть осталось. Смотри, вон он, динамит. Сейчас я его весь подорву. И будет сказочный фейерверк. О, да. Ну ты только посмотри, какую дырень разворотили. Это все я. Этот рудник и так держался на соплях. Ну, значит, еще немножечко подержится на соплях. Ничего страшного. Что-то он, кстати, летучие мыши сопли пускают. Или это тоже яд? Непонятно, мне, короче, предстоит это выяснить. Сколько тут летучих мышей, ты посмотри. Ща я им тут всем наваляю по кровососине. Ну, в смысле, по пятачкам. Мышей-то тут-то капец. Чернобыльские мыши. Тыквенный салат. Божество какое, чего вас так много? Пожалуй, пришло время затыкать мышиные норы. О, так-то полегче всяко будет. Странно, что дьявол заручился мышиной подмогой. Видать, она самая дешманская. Ой, слава богу, я здесь закончил. Ты подсмотри, покатушечки. Нет, 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 Джек. Я знаю, о чем ты думаешь. О том, что я могу сесть на эту вагонетку и быстро отсюда свалить? Или о том, что если ты, Эмма-канарейка, не заткнешь свой клюв, я набью подушку твоими перьями? Ты нас угробишь. Твое мнение никого не интересует. Меня не так легко убить. Я не умру из-за какой-то жестянки. Я буду жаловаться. Джек, ты ненормальный. Вперед. О, так бы сразу. Погнали. Держись. Я не чувствую своих деревянных рук, но вроде я держусь. Прыжок. Отлично, я еще и скакать на вагонетке могу. Душераздирательные гонки. Русские горки. То, что нужно на Хэллоуин, и не важно, что он уже прошел, я все делаю на поздняк. Штопанные вороньи перья! Как это произошло? Если бы тебе давали пени за каждую смерть, то у тебя уже было бы 3. Гонки на вагонетке — это, конечно, хорошо, но травма опасна даже для такого бессмертного, как я. Между прочим, мы уже почти докатились, вроде бы как. Потому что если это продолжится еще буквально 2 минуты, меня... ну ты знаешь что, тыквенное брюле получится на днище вагонетки. Зеленые щупальца моей тыквы, наконец-то! Наконец-то мы слезли с этой вагонетки, надо бахнуть зеленой жижи. И чесать дальше на своих деревянных ножках. А то эти рельсы меня доконали. Опа. Подглядываем за привидениями. Ой, арбалетчик. Он меня напугал. Да что ж такое-то. Блюющие летучие мыши, это просто невыносимо. Еще понять бы, чем они блюют, носом или ртом. Соплями или ротовыми отходами. Черт, обжегся, но черепок схватил. Черепок на удачу в карман положу. Это типа как чеканной монетой, только вместо чеканной у меня черепок. Пок-пок-пок. Эпичненько вышел. Снова арбалетчик. Интересно, у меня будет когда-нибудь тоже арбалет или пистолет или ружье какое-нибудь? А лучше базуку. Чтоб было много взрывов, дыма и пожара. О, черепочек, здорово. Ну что, пойдем посмотрим на этих духов, привидений, за которыми мы подглядывали. У них там череп есть, вороний. А ну-ка, духи. Черепок мне отдали по-быстрому. Мне это для везения и на удачу. О, спасибочки. 5 удачи, отлично. Конечно, маловато будет против мага воевать, но я надеюсь, прорвемся. Больше где-нибудь найдем. Снова рельсы. Шпалы, шпалы, рельсы, рельсы. Тыква едет на бревне. Придержи коней, Джек. Вы смысле коней? У меня не было коней, даже когда я был еще живой. А, так вот ты к чему. Типа красться нужно туда, а то упадем.
сломаем свои деревянные кости. Есть! Полпути прошли. Ворон, что бы ты делал без меня, а? Ты бы так не смог. Не, конечно, ты бы пролетел это все, но... На своих двух ты бы не прошел, как я. Я просто великолепен. О! Шестой череп. Чудно. А мы все вверх, да вверх. Еще один череп. Надо подобрать. 7 черепков. Цифра 7 это тоже на удачу. Так что я вдвойне удачлив. Ой, божечки. О, что я такое говорю? Ой, дьявольщина какая. Все, вроде бы мы забрались повыше. Бахнем отравой. Моя тыква взбодрилась. Снова эти сопли, как я ненавижу. Там плюют, тут блюют. Кругом какое-то отвращение. Несмотря на то, что мы все из преисподней. По всей видимости, меня так наказывает дьявол. Ой, а тут что такое интересное? Пойдем. Там череп! А нет, там не череп. Пойдем-ка слазим. Граммофон? Золотой граммофон. Я стану обладателем золотого граммофона. Это же так весело. Да! Этот танец я посвящаю всем, всем злыдним писюкастам. Смотри, как могу. Вот так вот. Оп, оп, оп. Дал, да. Даже с деревянными ногами. Хорошему танцору деревяшки не помеха. Обнаружен граммофон. Спасибо за эту сенсацию. Я уже и за день все спел. Ну, короче, стряхнули деревяшечками. И тыквенной потрохой. Погнали дальше. Зло вершить. О, ты не пройдешь дальше, тебе тут не рады. Кто смеет мне запрещать? Я Джек, наемник самого дьявола. А я страж этого места. Внемли моим словам, Джек. Если ты не уйдешь по-хорошему, то покинешь это место по кусочкам. Пфф, напугал. По кусочкам. Я и так собран по кусочкам. К слову о мертвецах. Кто это был? А я знаю. Вообще с ним не знаком. Первый раз встретился. Не смотри вниз, Джек. Блин, а я посмотрел. Что теперь будет? Надеюсь, я не умру. Ну чё? Ждем, когда вагонеточки пройдут. Они, кстати, с динамитом. Очень опасно. Бежим, бежим, бежим. За вагонеткой подрывной. А тут еще и арпалетчики. Что ж вам не сидится в преисподней-то, а? Понавыпускал дьявол на свою бошку всяких идиотов. Вот, кстати, один из представителей. Надо сейчас момент словить и бежать. О, момент? Нет, не момент. Момент настал, бежим. Ворон, не отставай, а то упадешь. У птиц бывает боязнь высоты, потому что... Ух. Че, обосрался, что ли? Ну, ладно, не бзди. А, блин, он на тыкве моей сидит, ты только на тыкву не сри. Это самое главное. А то глаза мне замараешь, я вообще ничего не увижу. Точно нас собьют. Фух, пока хорошо идем. У нас отличный тандем с тобой, Ворон. Та-та-та, опа. Блин, сколько еще бегать по этим рельсам? Я вот даже не знаю, что лучше. Кататься по ним или бегать на своих двух. Подвосполним наше здоровье. Деревянно-тыквенное. Какие овраги-то пошли. О, вороны. Здорово, братюни. Я же тебе говорил, чтобы ты не трогал вагонетки. Не трогай вагонетки. Да расслабься ты. Сейчас вот черепок соберу. Вороний. Ох, как же они мне греют душу. 8 черепков уже. Ворон, приготовься. Нет, не приготовь. А хотя побежали, ладно. Сейчас будем на скорости. Я же паркурщик в прошлом был. Я тебе об этом не рассказывал, не? Ну, как-нибудь расскажу. Все, прибыли. Аллилуйя. Ты только глянь, какая там высота. Ужас. Словно по небоскребам прыгали. Значит, поправили свои здоровицы. Теперь черепок. 10 черепков. Гляди, билет в ад. В один конец. Так это же шикарно, погнали. Держись крепче своими когтями. Только не за мою тыкву.
Фух, в этот раз без приключений. Скучно. А ты кто такой? Стойте, стойте, не бейте меня. А? Ты умеешь говорить? Да, я не причиню вам зла. Неужели? Потому что я вижу перед собой опасное чудище, прогнившее, бездушное. Неудивительно, я ведь торговец. А, теперь мне еще больше тебя захотелось убить. Не-не-не, прошу, хотя бы сперва взгляни на мои товары. Че продаешь? Кожу. Я сдираю кожу с мертвецов, чтобы другие могли ее носить. А, и одежду, конечно. Ясно. Ладно, живи, но с тебя скидка. Разумеется, прошу, взгляните. Ну-ка, ну-ка, давай-ка посмотрим, что у тебя за шмот. Дровосек, тыквенный король, ковбой, дровосек. Давай дровосека возьмем. Джек, дровосек, по-моему, звучит. Черепки еще есть, купим ковбойский костюм. Ну, такое себе. На самурая не хватило. У меня осталось 9 черепков. Кстати, вот они и пригодились, здорово. Буду бегать, короче, дровосеком. А чё ты там такой светится? Мне ещё себе чуть за бандурину. Ни шагу дальше, ты обречён! Ты пересёк черту, а я тебя предупреждал, Джек. Я здесь перед тобой. Если хочешь избавиться от меня, то будь готов получить по лицу, понял? Ну, подходи, Джек. Тыквенный сок, это чё за телепорт? А можно его обойти вот так вот сбоку? What? А, типа бойцовский клуб? Ну давай, давай посмотрим, кто кого. Что это за пуки у тебя такие? А, это типа пыль. Тьфу ты, пуки. Это он ударил, и пыль разлетелась, смотри. Причем пыль не от досок, а его, от старости. Рассыпается уже дедуля. О, лазерные штуки пошли. Дискотека. Твое оружие бесполезно против меня. Да вообще не вопрос. Я тебя даже пальцем не трону. А то еще рассыпешься раньше времени. Я сказал, стой! А я говорю, отстань! Ух ты, бомбочки. А, кажется, я понял. Я понял, надо эти бомбочки в него кидать. Черт. О, получил! Смотри-ка, не рассыпался, еще бодренький старичок. Теперь тебе некуда прыгать. Ой, блин, капец, вот это западня, конечно, когда он доски убирает. Клеточка уменьшается, позиций для маневров становится все меньше. О, салочки пошли, смотри. Типа, догони меня, старик. А я-то увертливый засранец. Вот же ж у него пукан бомбит. А, блин, у него же даже ног нет. Наверное, пукана тоже. О, такого я раньше не видел. Че это за метеоритный дождь? Он даже меня не задел ни разу. Нельзя убить то, что уже мертво. Отбрасывай бомбы, Джек. Я в курсе, птица. Чё ты запоздал с советами? Теперь тебе некуда прыгать. Да вообще насрано, слушай. Ты говоришь, нельзя убить то, что уже мертво, так мы с тобой оба мертвяки. Чё, хочешь сказать, что мы тут с тобой бесконечно будем бегать вот так вот? В салочки играть? Нельзя убить то, что уже мертво. Мне кажется, ли ты это уже говорил? Да, старичок. С мозгами у тебя непорядок. Йо-йо-йо-йо-йо, как близенько-то я вообще прыгаю, чуть не свалился в воду. Оп. Бомбы скинь, старпер несчастный. Да, и призраки тоже старичками бывают. Да как тебя убить? Никак. То, что мертвого убить нельзя, ты сам такой говорил. Нет, Джек, что ты наделал? А чё я-то сразу? Ты предложил. Фух. Ну чё, выбираемся отсюда?